меня превратно. Я как бы с очень большим уважением отношусь к их поддержкам. Действительно, очень интересные поддержки. Но, учитывая рост партнерши, не хотелось бы, что все-таки, чтобы танцы на... Вот мне бы лично не хотелось, чтобы танцы на льду превратились вот в это. Потому что тогда до свидания, Домнина, прощай, Навка и прочие высокие, красивые женщины. Просто тенденция сюда идет, и как бы идет она очень достаточно. Мы смотрим на наших двух, Катерины Бобровой, Рязанова, выше среднего роста немножко, и это смотрится очень красиво. Это красиво, да, не спорю. Но они на кураже. Дома и стены помогают, и все помогают. Ну и как принято говорить, терять-то им совершенно нечего. Абсолютно. Однозначно лучше литовцев смотрит. Очень хорошо готовы физически. Давай качнул ее. Нет, действительно, дорожки исполнены очень прилично. Вообще элементы делают, я еще раз говорю. Поддержки-то вообще уникальные, потому что... Видно, пара, в общем-то, Паша, будем так говорить. Все уровни дорожки у них по третьему. Осталось только вращение. Ну, вторая оценка не должна же быть. Ну, согласитесь, конечно, по второй оценке это еще не тот уровень, чтобы побеждать, например, русские пары. Я говорю, в прошлом сезоне они были далеко за пределами десятки, и на них... Ну, в прошлом сезоне они в Шеффилде не были. Это да. Что же нельзя забывать. Ну, молодцы, не дрогнули. В общем-то, для себя откатались просто блестяще. Что могли, то сделали. Ну, в итоге получают прекрасные уровни за каждый элемент. Ниже третьего у них ничего нет. Сейчас одно вращение еще.